С начала 90-х годов поисковые отряды из разных городов проводят раскопки в местах ожесточенных боев. Халхин-Гол, Монголия, Суояровский плацдарм Карелия и Невский пятачок под Санкт-Петербургом. В этом году бойцы поискового отряда «Искатель» из Иркутской области обнаружили здесь останки еще 7 советских солдат. Их имена теперь увековечены на обелиске. Больше 200 тысяч сибиряков, иркутян ушли на фронты Великой Отечественной войны. И больше 100 тысяч, больше половины не вернулось. Сегодняшнее поколение очень активно ищет места захоронений. У нас работают 30 поисковых отрядов. И один из самых лучших – отряд «Искатель» имени Засухина из города Усолье-Сибирское, которые здесь работали. И они именно проявили инициативу по установке этого камня. Торжественная церемония прошла с участием правительства Ленинградской области и представителей иркутского землячества в Москве. Наш земляк Леонид Моторин плечом к плечу воевал с Анатолием Левченко, дядей иркутского губернатора. На Невском пятачке фронтовик пробыл лишь день, но помнит его буквально по минутам. Случайно попал, потому что боеприпасы некому было везти, вот меня послали. И мы под градом всех, кто принял мин участие и снарядов ползли по пятачку и с берега доставляли к первой траншеи снаряды. Сохранилось. Таскали на этих на плащ-палатках, по-пластунски все. Наверное, нет такой семьи, кого не коснулась война, кто не потерял близкого человека. Эти места для многих сибиряков стали святыми. Многие поколения, которые уже сейчас прошли и еще пройдут, обязательно будут помнить, что их предки сложили голову здесь, защищая страну как свой родной дом. Великая Отечественная война унесла жизни миллионов россиян. Мы помним, мы гордимся. Это самое меньшее, что может сделать современное поколение, чтобы подвиг героев не был забыт.